Вид на город Дербент расположен между двумя крепостными стенами, северной и южной крепостной стенами, которые тянутся от величественной цитадели Нарын-Кала и уходят далеко в Каспийское море. Наш город был сосредоточен между двух стен и делился на кварталы. В мусульманском квартале вы можете увидеть шлемовидные купола одной из пяти древнейших мечетей мира – Джума и величественные платаны. Первые упоминания о городе Дербенте, о Каспийском проходе, появились в 5-6 веке до нашей эры. Историков возникли в эпоху ранней бронзы более 5000 фрагменты террасного земледелия. Это наш прекрасный вид на сосновый лес. И северная часть нашего города, которая сегодня представляет собой современный Дербент, который вышел уже за пределы крепостных стен и становится все краше и современнее.